Короче, ребят, всем привет, с вами Самовар. Сегодня мы, наверное, возможно, я пойду заруфлю водонапорную башню. Она расположена в таком месте, где живут мои тетя и дядя. Я специально одел наушники, чтобы было хорошо слышно, так как на улице ветерок такой сильноватый. Ну, если что, ребята, вы знаете, мы увидимся там. Поехали. Короче, ребят, встретил Хамутску. Все-таки полезем вдвоем. Вон башня сзади. Очень маленькая. Ты настроен? Нет. Настроен, пошли. Ну, пошли. Сука, я беру на слово. Короче, ребят. Такая стрёмная лестница. Вообще прям стрёмная. Да чё, натура, она стрёмная. Да чё не стрёмная, всё. Ну, короче, всё, заебись, мы уже увидимся наверху. Пошли. Ребята, мы залезли. О, ещё не на самый верх. Ну, там он, да, не укарабкается. Ветрище тут, конечно, валит. Жёсткий. Давай быстрей. Да не очкуй. Так. О! Ебануться! Охуенно! Уаху! Давай, иди сюда. Вот сюда выйди. Вон он, короче, он. Ребят, я попробую еще залезть наверх. Но это я не верю. Ребята, мы залезли. Вон мой дом, нихера. Вы просто, тут такая высота. Тут страшно, капец. Сейчас я приклею свою первую наклейку. Ну, все, палево. Ребята, мы спустились вниз. Тут, короче, спуск идет. Такой, вверх. Все, ребята, вот мы слазили. Это второй день. Антох. Ой, беда. До свидания. Вон на тот. Ребята, мы залезли на вышку сотовой связи. Все, чао.